Внимание водителя! Выезжая на перекресток Советский проспект, проспект Мира, убедитесь, что впереди нет затора. А если он есть, остановитесь за стоп-линией, чтобы не создавать препятствия транспортным средствам, двигающимся с проспекта Мира в сторону Ленинского проспекта. Составив затор на перекрестке, вы нарушаете пункт правил 13.2, правил дорожного движения, и можете быть привлечены к административной ответственности по статье 12.12, часть 1 КАП РФ. Данная статья предусматривает санкцию в размере, в виде штрафа в размере 1000 рублей.